Книженция, но она ничего не добавляет, так что... О, сильное зелье лечения пригодится. Вот, легенда о Красном Орле, это даст мне квест. Возьму книжечку. Видите, найти меч Красного Орла. Так, запасил. Бла-бла-бла. Все, забираем. Достаточно хороший сундук попался. Много чего полезного. Просто обалденно. Так, а вот только куда мне теперь идти? А, вот сюда. Так, лучше я буду на стелсе ходить. Это будет лучше. Так, ведьмино гнездо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ведьмино гнездо. Тут меня точно могут прикончить. По-любому ведьма. Ну, ведьмы плюс в конце, наверное, будет ворожея. Это вообще такая фигня жестокая. Надо уровень повысить себе. Больше прибавить этой. Запаса сил больше прибавлю. И, наверное, ничего не буду трогать, потому что у меня навык стрельбы еще не вкорочался, и навык скрытности тоже. Ничего пока что прокачивать. А остальное я пока качать не хочу. Лучше пусть у меня полежит непотраченное очко. Блин, боже. Башни бедных мышей. Обалдеть. Так, здесь все нормально. Вот они, эти ведьмы уже сидят. Гребаные. Ух, и ворожея. Но она мне... Я помню, она сваливать постоянно будет, ворожея это. Ладно, давайте убьемте по-быстрому ведьм. А ворожая даже не заметила меня. Обалдеть. Вот так это и делается. Не надо ко мне спиной сидеть. Это вредно для здоровья. Так, ворожая, ну что ты там ходишь, ты скотина? Это даже не человек, это какое-то существо. Ужасное, фу. Мерзость, это... Типа как Баба-Яга, только еще хуже в тот раз. Так, я скрытную атаку внес, она начала рычать и телепортнулась. Свалила, короче. Ну, как я и думал. Так, а здесь тоже кто-то спит. А здесь кто-то спит. И кто-то уже не проснется, когда я достану свой коронный кинжал. Привет, красавица. Все. Так, одеяние я... Заберем, потому что он стоит приличные деньги. Свиток огненная стрела. Одеяние мага. О, зелье лечения мелкое. Отлично, отлично. Так, здесь у них ничего полезного, походу. Так, одна ведьма померла. Давайте заберем все их одежки. Прямо их вообще опустим. Не только их убьем, но еще и разденем, чтобы полностью поглумиться. Так, стойте, а куда мне идти тогда? Ладно, здесь, походу... Ух ты, закрыт был проход. Твою мать, я чуть не помер от одной ловушки. Что это за бред? Такого не бывает. Так, ладно, тогда я буду себя вылечивать. Вылечивать очень сильно стараться. Так, что-то у меня на ману есть что-нибудь? Хоть я... Да, вот восстановление магии небольшое. И еще одно. Лечим, 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 лечим. Ага, вижу еще одну ловушку гребаную. Так, навык восстановления повышается. Замечательно. Не, больше сюда ходить не буду. Надо валить отсюда. А то у меня там ловушки задолбят просто до смерти. Так, тихо. Здесь у них тоже натянута ловушка. Давайте ее обезвредим. Ау! Что это было? Так, видимо, тогда здесь где-то. Есть контакт. Навык взлома повышается. Так, нужные вещички тоже забираем. Бам-бам-бам. Так, я отсюда слышу, как слово силы здесь есть. Отлично, мы еще... Изучим слово силы. Так, давайте соберем этот маленький крохотный кристалл. Или маленький. Ой. Чё это вы так все встали? Нормально все, сидите дальше. Вот, на опять это грёбаное ворожея.
Так, сносим одну, сносим вторую и сносим ворожею. Она опять телепортнулась отсюда. Свалила. Засранка. Так, ну мне пофиг, я здесь пришел за... О, лечебка. Я пришел за доспехами своими. И они уже рядом, я чувствую. Да, вот они. Так, рукоять поворачиваем и... Вуаля! Вот он, этот старый ассасин, который совсем уж не старый. Это чё, я? Не понял. Так, он похож на меня. Может, это я в старости из прошлого? Точнее, из будущего? Что за бред? Ладно. Если он лысый, так, смотрим. Ух ты, эта бронька очень прям сильнее, потому что луки наносят на 35 больше урона, это жесть. Дальше увеличит сопротивление ядом на 100, отлично. Носитель двигается бесшумно и скрытные атаки двуручным. Оружием наносит вдвое больше урона, ну да, все правильно. А, не, это не я, это не я, фу, я испугался. У меня мужик совсем не с такой прической. Так, эльфийский щит. Это мы забираем, золото. Ого, посох какой адский, просто дорогущий. Чувствую, я наварюсь на этом очень хорошо. Давайте оденем новые мои вещи. Так, древние перчатки. Капюшон с маской. Ну вот он мне есть. Это луки наносят на 20%, а здесь на 35%. И плюс еще две броньки. Одеваем. Так, сапоги. Сапоги плюс 5 броньки. Перчатки плюс 5 броньки тоже. И сама бронька. Где она здесь? Древняя броня теней. Это сопротивление на 50, а это на 100. Да еще и броня дополнительная. Зашибись. Так. Извиняюсь за посторонние, блин, шумы. Ага. Все зашибись теперь. У меня обалденно. Обалденная бронька, хоть она ничем почти как бы не отличается, но то, что она дает намного больше бонусов, это радует. Я стал еще более опасным. Давайте все-таки дозачистим этот данжик, изучим слово силы и только тогда свалим отсюда. Так, где мой верный лук? О, господи ты мой! Твою мать! Я ее даже не заметил, я прям стоял перед ней. Какого фига ты меня не заметил, дура? На. Пфф, обалдеть просто. Вот это у меня скрытность, конечно. Я тупо прохожу, смотрю, и тут она. Твою мать, а. Ой, она прям за щеку получила мою стрелу. А, нехорош. Вот это вообще смотрится картина вообще. Маслом. Так, а что они тут? Что они торчит там непонятно. Что? Непонятно, что торчит. Так, а здесь что у нас? Гнездо какое-то. Здесь ворожее яйца высиживает, что ли? Ну, здесь перья. Ой, меня кто-то посек. О, твою мать, сука, ты меня напугал. Да какого хрена, пошел в жопу. Пошел нафиг, скотина, откуда ты вылез? Блин, сверху вылез, походу. На тебе крит, на тебе еще. Все успокоился, да? Так, кто-то еще там. Красная точка. Блин. Гребаные пауки. Ты еще так сзади. Блин, я обосрался. Ладно, ничего страшного. Все хорошо, бывает. Лучше нужно валить отсюда, а здесь атмосфера слишком нехорошая. О, тут мастерский. Мастерский замок, ну это прям для меня, ауч. У меня больше 100 отмычек, мне пофиг, я буду их специально транжирить, чтобы качать навык. Так, где-то... Ага, значит даже не тут. Я так и не понял, где... Да блин. Мычки просто ломаются за считанные секунды. О, блин, да я думал, я открыл почти. Фак. Ааа. Черт подери.
Грёбаный мастерский замок, там... Вообще нужно очень осторожно. Ну, точнее, я и так это делал осторожно. The fuck? Ну чё, я себе одним ломанием отмычек уже качаю навык, если вы видите внизу. Ты что, будем сейчас пытаться, стараться? А, да твою мать, почти открыл. Так как угадать, я не... Не, где-то не по-любому не тут. Так, где-то здесь. Да, блин, они издеваются. Я же почти открываю. Ну вот я слишком далеко поехал. Где-то здесь? Да ну ёшкин дрын. Так. Нет, там ломается. Hell yeah, hell yeah. Навык взлом повышается и еще раз, наверное, повышается. А, нет? Ну, он почти еще раз повысился. Так, ну сейчас мы его повысим полностью, потому что здесь еще один экспертный замок. Ловушка. Так, нет, мы не почти его повысили. Так, ладно, давайте пытаемся... Да фак, ну это чуть легче должно быть, потому что мастер это самая последняя, а эксперт это предпоследняя. Так, сейчас. Сейчас есть. И еще раз повышаем навык взлома. Так, кошелек с монетами. 15. Голды. Лечилка. И восстановление маны. Ну, так себе. На самом деле, не очень достойная награда того, что я так старался. Так, а вот сейчас я сохранился прям тогда, когда здесь была адская фигня. Опять эти ведьмы. Так, давайте сначала сохранимся. Осмотрим, что здесь да как здесь. Как мы видим, там разлито масло, и наверху есть фигня. Но я предпочитаю сначала снести ведьм, потом вжарить в ворожею. Скрытый критический выстрел, и она свалила отсюда. Вот сыкливая скотина. Так, я не понял, а зачем это? Так, мне кажется, или оно... Упадет само скоро. Нет, наверное, не упадет. Ой, там закрылись двери, здесь открылись. Ну, такая жестокая локация. Так, хватит мне их раздевать, надоело. Блин, опять экспертный замок. Что же они здесь прячут? Ну, он открывается. Расплюнуть просто. И здесь всего лишь лежит слабое зелье и тарелки, кувшинчики, разная фигня. Не знаю, зачем это запирать. Неужели так важно для них? Так, давайте лучше сваливать отсюда. Здесь экспертный тоже замок. Ну, я буду качать, значит, навык. Даже если там ничего нормального не лежит. The fuck. The fuck! Почти открыл. Так, где-то здесь, значит. Нет, не здесь. Да, ё-моё. Давай взламывайся. Да нет, ну не в ту сторону повертел. Ладно. Да ё-моё. Так, ладно, нащупываем. The fuck. На самом деле это не очень легко, как может показаться. Здесь очень и очень трудно. И у меня уже отмычки кончаются, как неудивительно. Зато я уровень себе... поднял. Так, есть, наконец-то. Навык взлома повышается. Ну, там ничего даже нету. Это зря я отмычкой портил, но они мне в таком большом количестве не особо нужны. Так, здесь никого нету, надеюсь. Даже трупов нету. Удивительно. Я имею в виду живых мертвецов. О, я вижу слово силы. Так... А где барышня? Точнее, ворожея. Она сейчас по-любому здесь появится. Вот как пить, да, или там, за дверью. Ладно, давайте изучим слово силы.